Судя по всему, авторы игры учли все предыдущие недоработки и постарались исправиться. И похоже, у них это получилось. Во-первых, насколько я могу судить, Quake 2 — это первая игра из всего славного семейства, снабженная видеозаставкой. Не сказать, чтобы это была самая лучшая заставка в моей жизни, но для начала уже неплохо. По крайней мере, вам не надо долго и утомительно читать текстовое вступление. Во-вторых, наконец-то у героя с самого начала есть более-менее приличное оружие, а именно лазерный пистолет. Кроме того, после непродолжительных, но упорных поисков, недалеко можно найти вполне сносный дробовик. Сносный в том смысле, что с ним можно легко снести голову любому врагу. Одним словом, жить можно. Теперь само оружие и его положение с вашей точки зрения. Наконец-то оружие нашего героя располагается более-менее реально. То есть чуть сбоку, а не торчит строго посередине экрана, неудобно даже сказать из какого места. Правда, теперь возникли определенные трудности с прицеливанием. Но для особо привередливых есть приятный белый крестик, который можно отключить, если он все-таки вам мешает. Возможно, мне и кажется, но теперь оружие стало как-то поближе к реальной жизни. Например, скорострельная шестиствольная пушка «Вулкан», похоже, действительно стреляет со скоростью 6000 выстрелов в минуту. То есть не успеваете вы нажать на курок, как половина вашего боезапаса с треском влепится во врага. После такого обычно мало кто выживает. Если кто помнит, то во всевозможных думах этот вид оружия ничего примечательного, кроме быстрого расхода патронов, не имел. Лабиринты в игре не такие мрачные, как прежде, хотя у них сохранилась прежняя квейковская характерность. Во втором квейке задача играющего не ограничивается непрерывной борьбой за выживание. Теперь вам нужно выполнять различные миссии. Видимо, ваше командование решило, что такому хорошему солдату, как вы, негоже бесцельно шляться по захваченной инопланетянами базе. Поэтому, чтобы вы не тратили время зря, вам периодически подкидывают различные задания, которые вам приходится так или иначе выполнять. Самое главное, никуда не поворачивайтесь спиной, везде лицом и только лицом, причем одновременно. Также не забывайте поглядывать вверх и вниз. Дураков нигде нет. Если вас видят, сразу стреляют. В них самих попасть нелегко. Те, в кого легко попасть, обычно оказываются очень прочными, и сначала от них надо долго-долго убегать. Единственное, что смущает во всем многообразии красок, так это то, что игра стала очень требовательна к аппаратной части. И даже на 233-м Pentium иногда ухитрялась тормозить, правда, при очень высоком разрешении. А в заключении маленький подарок. Эти коды могут значительно облегчить вам тяжелую жизнь опытного бойца-десантника. Первый код делает вас неуязвимым. Второй позволяет вам получить все